Очень трогательные кадры из Кушвы. Пожарный Валерий Елмышев сделал предложение своей девушке под звуки сирены. Избранницей пожарного стала его коллега, дознаватель Наталья Сапронова. У Валерия в этот день был выходной, и девушка не ожидала увидеть любимого в подразделении. Романтичный пожарный надел своей избраннице кольцо под звук сирены и аплодисменты коллег.